Во всех городах страны сегодня проходят генеральные репетиции парадов Победы. Последние приготовления к празднику идут и в Краснодаре. В центре города раздавались выстрелы, по Театральной площади проехала военная техника, а 2000 военнослужащих, спецназ, ракетчики, летчики, казаки, полиция и кадеты оттачивали строевой шаг. В этом году парад особенный, посвящен юбилею Победы, поэтому в нем примет участие рекордное для Краснодара количество как военнослужащих, так и техники. Всего 26 единиц. Это бронированные разведывательные машины «Тигр», БТР, а также ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер». В завершении парада лучшие студенты Кубани станцуют вальс для героев войны. Парад в Краснодаре начнется 9 мая в 11 утра.